Алло. 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 Добрый день. Алло. Кристинин Александр Сергеевич? Да, это я. Здравствуйте еще раз. Приемная президента Кыргызстана Жээнбекова Сооронбай Башарипович. Я вас сейчас соединяю. Хорошо, мы готовы. Все, я соединяю. Минуточку, на линии будьте. Алло. Добрый день. Алло. Добрый день, Сооронбай Башарипович. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас слышать. Спасибо, взаимно. Приветствую вас и всю команду сборной страны. Спасибо. С участием сборной Кыргызстана по футболу на Кубке Азии. Это из самых ярких спортивных событий этого года. Впервые наша команда принимает участие на таком престижном чемпионате. Мы искренне рады. Я прошу передать команде, что я так же, как каждый кыргызстанец, искренне болеем и переживаем за нашу команду. И мы видим, смотрим, что наша национальная сборная по футболу достойно представляет страну на Кубке Азии. Команда показала интересную, очень красивую игру в этом турнире. И каждый матч смотрим, и мы радуемся. И наши ребята достойно играют против сильных соперников. Один из фаворитов Кубка Азии. И вы смогли доказать, что наши футболисты могут на равных играть с футбольными державами Азии. И что меня радует, Александр Сергеевич, что во время матча игроки поддерживают друг друга и бились, и бьются за каждый мяч. И они вкладывались в полную силу, защищая честь нашей страны. Среди же один матч. Он тоже является важным определяющим. Хочу пожелать всем вам, особенно членам национальной сборной команды, хорошей игры и удачи, победы. Спасибо большое, Сооронбай Шарипович. Нам очень важна ваша поддержка. Спасибо еще раз за добрые слова. В вашем лице мы понимаем, что весь Кыргызстан с нами. Это очень важно для нас. И, конечно же, мы приложим все силы для победы. Ребята готовы, с молодцы, хорошим настроением. Молодцы. Все ждут завтрашнего матча. Мы верим в нашу команду. Спасибо. Пусть Бог поддержит всех нас. Дай Бог нам победы в предстоящих играх. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Александр Сергеевич. Спасибо, Сооронбай Шарипович. Это ваша личная заслуга. Удачи вам. Спасибо большое. Передайте ребятам привет всем. Спасибо большое. Обязательно передам. Я этот разговор записываю и обязательно поставлю его ребятам. И, конечно же, ребятам, да. Спасибо. Для нас это важно. Вы показали очень достойную игру. Мы рады. Спасибо большое, спасибо. Нам важна ваша поддержка. До встречи. Мы ждем вас. До встречи. Спасибо. Дай Бог всем удачи нам.